Всем привет, дорогие друзья! Я вернулся из отпуска, точнее, не из отпуска, с командировки. С вами Дима, канал МТГ Сибирь. Сегодня мы поздравляем наших дорогих дам с 8 марта. Всем дамам я желаю красоты, счастья, любви. Если дамы меня смотрят, хотя вряд ли, конечно, потому что 98% моих зрителей — это мужчины, все равно поставьте какое-нибудь сердечко в комментарии, я буду знать, что вы все равно смотрите мой канал. Мне будет приятно. Надеюсь, как и вам. Сегодняшним днем. Надеюсь, вас поздравили. Сегодня у нас будет Морду антиметовская колода. Вот такую колоду я себе придумал, собрал. Тут все заточено против тех колод, которые играют сейчас в мете. Собственно, вот так. Кошмарное беспамятство. За одну ману целевой игрок покажет свою ручку. Мы выбираем из нее не являющуюся землей карточку с мановой ценностью не более двух. И сбрасываем эту карту. Если же мы играем спел за 3 маны, то любую неземельную карточку мы можем скинуть. Это против контролей. Три копии Трула Швейцара с 2 маны 1-2 с мигом с полетом. Выходящие на поле битвы артефакты и существа не вызывают срабатывающих способностей. Это против боросов. Потому что, ну, они входят, там какие-то фишечки делают, еще что-то, дают ускорение. Нам это не нужно. Жизнь Асиро Мязавы против агроколод за 2 маны. На первой, второй стадии мы выбираем опцию. Либо целое существо получает +2/+2, либо -1/-1, либо мы получаем 2 хита. Изгоняем, делаем себе чувака 2-3. Две копии Цельца в голову ремувал. Три копии Спираль Молнии ремувал с отхилом. Две копии возмутительного ограбления с 2 маны и икс. Мы целевой оппонент изгоняет икс верхних карт. Мы можем их разыгрывать без... несмотря на цвета маны. То есть без привязки к мана, к цвету маны. Вот так вот. Дальше. Три копии проповедника раскола. Тут он нам делает токенов блокирующих. Иногда добирает карты. Очень хорошая качественная крича. Я вам всем рекомендую ее себе скрафтить. Потому что играет действительно очень хорошо в любой черносодержащей колоде. Практически в любой черносодержащей колоде. Три копии Лильяны завесы. За 3 маны 3 лояльности. Тут у нас дискард. Тут у нас сакрифайс существ оппонента. Две копии пути опасности масс ремувал. Две копии Хидэцугу поглощает все. За 3 маны сага. На первой стадии мы уничтожаем каждый не являющийся землей перманент с мановой ценностью не более 1. У нас таких перманентов нету, но у оппонента они могут все-таки быть. На второй стадии изгоняем все кладбища. На третьей стадии изгоняем эту сагу и возвращаем ее как сосуд всепоглощающего. 3-3 с племенным ударом. Каждый раз, когда он будет наносить повреждение, мы будем на него класть жетончик. Ну и каждый раз, когда он будет наносить повреждение игроку, если он на ходу нанес тому игроку 10 или более повреждений, тот игрок проигрывает партию, но у нас это как бы такого не случается. Да. Две копии Архангела Гнева. Просто потому, что он очень классный, умеет гейнить хиты, еще и стрелять в цели. Две копии вторжения в Элдрейн за 4 маны 4 жетонов битвы. Когда он выходит на поле битвы, а каждый оппонент, целевой оппонент сбрасывает 2 карты, когда трансформируется, становится феей с полетом в начале шага поддержки каждого оппонента, и в того игрока в руке не более 2 карт, они будут наносить ему 2 повреждения. Три копии Аклосоца, крича за 5 маны 4-4 с полетом и с цепью жизни. Каждый раз, когда он атакует, каждый оппонент сбрасывает карточку. И за каждого оппонента, который не может это сбросить карточку, мы берем карту. И каждый раз, когда оппонент сбрасывает карту земли, мы создаем фишку существа 1-1, черная летучая мышь с полетом. И когда, собственно, он умирает, мы возвращаем его на поле битвы, трансформируем в качестве земли, которую потом можем обратно трансформировать в Аклосона. Соца, извиняюсь. Две копии Рагдоса, покровителя хаоса, за 6 маны 6-6 с полетом с прямым ударом. В начале нашего заключительного шага целевой оппонент может пожертвовать 2 не являющиеся землями или фишками перманента. Если он этого не делает или не в состоянии делать, то мы дробим сразу 2 карты. И две копии добродетели упорства. Тут у нас и ремувал с отхилом, и реанимка. Вот такая, друзья, колода. В ней, по-моему, 25, да? 25 земель. Ставьте, кстати, на ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и... погнали тестить. Итак, друзья, первая карточка. Но я вас приглашаю в свой телеграм-канал. Ссылочка, как всегда, в описании. Заходите, буду вас очень рад там видеть. Итак. Давайте попробуем. Первый ход. Такая бодренькая рука. Противоагровая. Ладно. Мне нравится эта карта. Пока оставим. Интересно. Ладно, давайте. Кузница, давайте. Конец хода. Пас. Сам Гриксис. Автоплата. Где так?
Давайте. Жизнь Тасиру Умизавы. Плюс два сюда. Атака. Ходи. Ходи, Шоулдред. Фирикс. Интересно. Как минимум, это интересно, да? Как минимум, это интересно. Фириксиец. Интересно. Ребята, кстати, по поводу стрима. Я видел, вы голосовали за стрим, но что-то у меня такой интернет в последнее время прямо никудышный, что я не знаю, как вам стрим проводить при таком интернете. Плюс 2. Давайте на 2. Автооплата. О, что-то интересное, слушайте. Башакуш и толкать, тянуть. Интересно. Огр. Чувак, чем ты играешь? Что дать? Папа, это потом записываю. Записываю сейчас. Ты что-то хотела? Папа, я как уже записываюсь. Я скоро закончу. Так, а разве это огр? Это, по-моему, вурм, да? Если я не ошибаюсь, друзья, это вурм. Так. Давайте, наверное, большой куш. Давайте большой куш. С автооплатой. Скинем путь опасностей. Подром две карты. Скажем, добродетель. Я уверен в этом. Автооплата. Осуществить действие. И конец хода. Прикольно будет, если я сейчас тянуть, да, сыграю против оппонента. Это будет прям кайф. Добродетель, как бы, можно сыграть с удовольствием. Если бы он там тебе что-нибудь скинул такое хорошее. Хидэцугу. Ага. Раз, два, три. Девочка, ну куда ты полезла? Не надо сталасить, котенок. Сейчас что-нибудь уронишь. Хидэцугу хорош, а он огр. Он огр как раз. Я думаю, зачем огр, такой тип существ? Там огр. Так, ладно. Гора. Давайте добродетель. Нет, а так. Ходи. Будем таскать его крич потихонечку, да? Вот таких вот, допустим. И да. Трул неплохо бы против Хидэцугу сработал. Девочка, не надо. Ну ты бьешь ноутбук. Иди лучше спроси у мамы, там готово нашу праздничный обед, нет? Ну я так думаю, что он тоже добродетель на самом деле хочет поставить. Очень сильно хочет. Есть у меня такое чувство. Да? Если он не поставит, мы Хидэцугу замочкарим, короче. Блин, это будет сложный матч. Очень долгий, точнее, не долгий, сложный, муторный. Честно, вообще такой матч неохота играть, потому что он по полчаса длится, такие матчи. Что-то не может все решиться никак. И все, он уже время истекает. Шел в атаку, ну да, логично. Ладно. И? Что он хочет реанимировать? Фериксидского пожирателя? А, он что-то сбрасывает, да? Подровался. Сбросил, наверное. Добродетель. Ага. Ну, давай пожирателя. Вернем себе. Хороший пожиратель.
Такенумушка, да? Такенума прикольно. Жалко, что мы сейчас не можем толкать, тянуть. Прям никак. Хотя можем. Можем просто этим толкать, тянуть, убить Хидэцугу, да? И себе его реанимировать. Так, давайте, во-первых, сходим в атаку. Еще подумаем, что делать. Атака на 2. Да? Атака на 2 есть? Давайте, ладно, Архангел. С кикерами. Хоп. Хоп. Автооплата. Архангел хочет. Два триггера. Раз триггер. Два Папа триггера. Готов. Почти готов? Да. Ну все, скоро будем кушать. Почти готов? Хидэцугу свой триггер триггерит. Там земля. Все отлично. Отлично. Ну и ходи. Так он хочет убить Вурма, что ли, за 7 хитов? Ну, братан, ты прямо жесткий. Ладно. Он же не знает, что мы забрали тянуть, толкать. Мы сейчас просто Хидэцугу тянуть, толкать поставим и как вдарим. Мощно. Все, план такой. А, он тоже хочет вдарить мощно. Ну ладно. Девочка, ну пожалуйста, не шуми. А потом их куда? А, пожертвуйте. Ха-ха, ладно. Хидэцугу сейчас еще что-нибудь сыграет, да? То есть мы, в принципе, можем встать в блок. А он только этим пошел. Так, ладно, пошел в атаку. Теперь жертвует. Если там сейчас 10 дамага нам не прилетит внезапно в лицо. Не прилетело. Колбасы готовы. Ага. Колбасы. Ага. Блин, неплохо, неплохо. Тянуть толкать даже еще покруче будет, да? Но сейчас их не сможет. Блин, что нам делать тогда? Кто у нас есть? А, ну давай. Да, Целестус, разрешение. В принципе, можно было бы сейчас Такенуму, да, как-нибудь поюзать. У него-то уже брать нечего, понимаете, что? Так, у нас земля. Блин, неплохо, неплохо, неплохо. У нас земля. Ну, мы слили, получается. Мы слили, получается. Так, давай Такенуму, ладно. Заплата. И вернуть Тань... А, Лильку можно вернуть, да? А-а-а-а. Блин. Лильку можно вернуть. Давай скинем по карте. Нет, а так... А, сейчас Хидэцугу нас убивает. Да. Отличная катка. Получилось у тебя, братан. Все. Давайте следующую. Итак, друзья. Вторая катка. Мне, кстати, первая колода вот этот Гриффис очень понравилась. Если хотите обзор от меня на такую колоду, обязательно напишите об этом в комментарии. Так. Давайте оставим. Интересно, против чего мы играем? Ну, посмотрим. Нормально, нормально. Есть такое, есть ремувальчик, все есть. Так. Похоже на монорет. Далее. Конец хода. Но, возможно, что это не монорет никакой, а какой-нибудь изит. Или Гроул, чё бы нет, да? Так. Артефакты существа. Ладно. Сделал фишку клада. И скинул землю, подорвал карту. Хорошо. Гроул швейцар. Так. Давайте серные источники. Давайте Лилечка. Давайте
Плюс о нем скинем кузницу. Угу, нет, а так ходи. Угу, ой, Тимур. Тимур, это интересно. Как минимум. Тимур, это как минимум интересно. Вторжение в Халдхейм. Ой, что-то такое как-то... И возьмите столько же карт. И чё? До конца хода можно разыгрывать изданные карты. Что там есть? Ага. Интересно. Ну ладно, давайте Эйгонзёшку. Давайте... Проповедника. Далее... Атака. И конец хода. Не будем сейчас лидер ничего делать. Наверное, сейчас поставит Ками. Тебе нафиг он нужен? Камишка. Так, теперь. Далее. Атака. Атака. Угу. Так. Давайте добродетель. До свидания, добродетель. Конец хода. Так. Каждому существу и каждому планетсволкеру. Хорошо. То есть уйдет True, уйдет этот. Тут один жетон останется. Без проблем. Очень-очень много всяких этих пас. Мой ход. Так, земля есть. Далее. Желательно растапанным землю сейчас. Можно и так. Далее. Давайте ставим утесы. Давайте. Плюс о нем скинем жизнь Тассиру Мезабы. Сейчас он нам не нужен. Угу. Конец хода. У нас, в принципе, есть чем убить какого-нибудь весельчака. И есть возмутительное ограбление на 2. Помост. Хорошо. Которому можно, в принципе, достать что-нибудь интересное. Нам интересное. Рен. Так. Хорошо. Оживил землю. Хорошо. А у нее что? Порчу устойчивость. Понятно. Ну да. К сожалению, Лили мы потеряли. Мой ход, давайте все-таки на вас сыграем. Следующий ход мы уже настолько не сыграем. Угу. Так, ну давайте далее. Атака в Рен. Подровались. И вообще прочь устойчивость. Оплата. Угу. Так, а что ты ищешь? Болото, горы. О, то, что нам надо. Так. Конец хода. А, все, он перестал быть. Кричи, понятно. Так, завтра же корю.
карту, не являющегося человеком существа. Да? По-моему. Блин, так что-то после обнова интересно стало. Ага. Пас. Мой ход. Что он делает? Что-то интересное, ладно. Без разницы. Парное устранение. Что, оплата? До свидания. Давайте так. Далее. Атака на 3. Подровываемся. Ага. И ход. Интересная колода, прямо необычная такая. С куча всяких разных опций. Ками. Да, ками. Камишка. И может Такена сделает. Наверное. Но ками как бы мне больше не нравится, чем этот. Чем Такен 2-2. Как бы, что мне сделал плохого к Такен 2-2? Да. Еще и помилился. Жесть. Ками мне больше не нравится. О! Какой красавец. Ладно, далее. Атака. Подровались. Каков красавец! Топата. Ой, давайте, ладно, добродетели. Убьем медведя. Yeah, baby. Отлично, законтролили. Отлично. Давайте следующую катку. Итак. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, в принципе, блин. Медленновато, оппонент хоть первым, мы можем просто ничего не сделать. Вообще. Да, прям сильно медленновато. Вообще капец как медленновато. Вообще ничего сейчас не сделаем, монорет выскочил. С такой рукой это явно вообще не то, что нам надо. С такой рукой не против монореда играть, конечно. Ну, ладно. Не так, вот это не так страшно. Угу. Ладно, давайте так. Далее, конец хода. По крайней мере, true у нас будет. Угу. Противничек, да. Да, что-то еще у него есть. Явно что-то еще есть. Игра с огнем. Хорошо. Трула поставим. Угу. Я, наверное, все-таки встану в блок. Хотя, блин, неохота чампать. Ладно, пофигу. Ой, как хорошая карта. Ладно, это потом мы ее используем. Проповедник. А, нет атак. Конец хода. Этим мы ставим блок сюда. Допустим, этим сюда. Этот как бы он пожестче, чем противник. Все-таки достачер. Достачер это все хорошо. А, ну может он сейчас ему 4 дамага нанесет. Да. Почему-то... Вот играешь когда против монореда, когда сам играешь монорэдом, у тебя просто рука вот просто ноль. Когда играешь против монореда, всегда, вот просто всегда отличная рука у монореда, всегда. Ну, посмотрите, какова рука, а? Все убил. А так Кришна немного, а то просто вынес все вообще. Красавец, что скажешь? Да, вообще просто красавец. Ладно, давайте следующую. Итак, друзья, последняя катка. Такая вот сомнительная стартовая рука. Давайте смулиганим. Нам все-таки нужны больше земель. Во. Тут и поинтереснее. Оставим. От того, околсоца нафиг уберем. Остальное себе оставим. Здорово, бро. Давайте, погнали. Погнали, смотрим, что там есть. Угу. Утесы. Далее. Конец хода. Теперь нам нужно как-то всю ситуацию будет преломлять в свою сторону. Так и нума. Ага. Давайте, тру. Обожаю нетопырение, сейчас очень метовые. А у нас все-таки антиметадек. Здрасте. А, закатный перевал. Лилечка. Оплата. Пожертвуй существом. Я не хочу, чтобы ты генился. Тем более, чтобы Гигс выходил или Рафина качали тебя. Поэтому атака.
Ходи. Так, ну, это, конечно, три карты, как бы, на руке. Вот, да, о чем я и говорил. Так. Эти кузница. Эти... Далее. Нет атак. Конец хода. Ограбление бы нам, да? Маша и ганзёшку. Пас. Я, наверное, ганзёшку скиню. Я уверен. Автооплата. А берег оплатим. Это не контрится. Это триггер земли. Проводник. Ага. Сейчас, если нам земля придет, поставим. Может быть, даже колосотцев откроем. Не земля. Давайте будем искать себе землю. Раз, два. Сюда. Это оплата. Попробуем. Ага, вот так вот, да? Ну ладно, плюсанем. Забросим карту. Так. Нет атак. Конец хода. Теперь вопрос, что он сбросит? Вообще, конечно, Рафину был хорошо бы убить Лильяной. Плюс он остается в горло будет, и императрица, ну, прям вообще прелесть, да? Что, может быть, Трула стоит и сдать. Угу, тогда не будем сдавать. Нет блоков. На один пусть заходит. В лиричку. Это не страшно. На один пусть заходит, это не страшно. Добродетель. Хорошо. Пусть будет добродетель в таком случае. Кузница. Целится в горло. Блин, на колосотца охота. Давайте на колосотца. Автоплата. И типа сбрось карту. Вот так будем действовать. Скинул фею вандала. Нет атак. Ходим. На следующий ход уже будем всех убивать. Я надеюсь. Конечно, императрица сейчас сильно не поубиваешь, ну да ладно. А так колосоция вообще не хотелось сбрасывать. Да. Просто нужно всех убивать. Скинул. Так. Давайте Трула сдадим. Один блокирующий. Угу. Сейчас, наверное, колосотцем пойдем вот так вот, да? Скинем ему карту. А, не скинем. Фига. Ладно. Давайте. Целиться в горло вот сюда. Я уверен. Автоплата. Разрешение. Заплатим. Бам. Далее. Атака на 4. Кинул. Бам. Пожертвую кричу. Ага. Ходи. Тут как бы еще императрица такая вот неплохая, да? Давайте. Театр. Сейчас мы будем дровать карту, поэтому. Потому что у оппонента нет карт в руке. Далее. Атака. Угу. Далее. Конец хода. Пас. Императрица. С
сделали Такена. Хочу стать блок. А, не стал блок. Ну ладно, на один прошел. Угу. Перевал. Давайте сделаем Такена. Атака на 4. О! Еще один. Ну давайте. Давайте что, поставим, наверное. Да. Заплата. С Растапан у нас будет блокер. Ходи. Можем себе позволить, на самом деле. Правильно? Можем себе позволить? Можем. Деник, да? Давайте далее. Атака на 4. Это прям секс. Это кайфово. Минус 1. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте на 8. И позырим, что там есть. 8 карт, пожалуйста, мне. Жесть вообще. Жесть просто. Жесть. Чё ты хочешь, да, братан? Ну, это сейчас пойдет по гене 4 хита, ладно. Ну, типа, убьем следующий ход, следующую атаку. Сами себе воткнем Денника. Ну и будем, блин, просто непобедимы. Не топырь. Ладно, там кошмарное беспамятство. Типа, это пофигу. А, он пошел в атаку, да, всеми. Ну, давайте раз. Давайте два. Окей. А, сейчас растапаются они все даже. Нам главное, короче, как нам сделать? А! Вот, вот это убить. Вот это убить. Автооплатой. Бам. Далее. А, так, на 4. И сейчас ангелом. Просто убиваем все нафиг. Правильно? Все. Ангел. Раз. Два. Два триггера. В лицо. И в лицо. Хорошая партия. Ну что, друзья, вот такая вот колда получилась. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был, как всегда, Дима, МТГ Сибирь. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.